Всем привет! Привет! Вы на канале Папа и Дочки Геймс. И сегодня у нас веселая игра. Арина попросила поиграть. Она называется... My Little Pony. My Little Pony Spinky Pie. Игра для девочек. Ариша будет... Что делать Spinky Pie? Играть. Наряжать? И наряжать. Наряжать. Ну, начинаем? Да. Начинаем. Так, я запущу, а Ариша будет играть. Папа и дочки. Угу. Все. О, смотри, какая она лысая. У нее ни хвоста нету, ни гривы. О, есть грива теперь. Так, это что такое? Одежда. А, одежда. Кофточка, да? Давай с сердечками. Давай. Слушай, сколько много одежды у пони разной. А это для чего? Это юбочка? Да. Попримеряй разные юбочки. Ну-ка, давай эту оденем. Эту? Да. О, закрытая юбочка. Такая же, как передние эти, что там, носочки, да? Давай другую юбочку. А, вот такая юбочка. Такая. Ну, прикольно, да? А давай гриву уберем. Убери гриву, чтобы видно было одежда. То за гривой ничего не видно. Гриву в конце. Вот эту попробуй нажать кнопочку. А, это лицо. А, вот эту вот нажми. Да. И щелкни еще раз по этой. Не исчезает? Промотай. Может быть, это пойдет? Ну, попробуй. О, да, вот так видно, как одевать ее будем. И... Слушай, она прям как панк какой-то, да? Да. А давай это. Ну, это тоже красивая. Все прически. Все прически попробуем? Да. Ну, давай. Ну, больше это нравится. Это? Да. Какого цвета она? Розовый и голубой. Да. Ну, давай. Еще прически. О, как Рарити. Как Рарити, да? Пинки Пай одела как Рарити. Эти больше красивые. Хорошо. Давай как Рарити. Давай. Зато так, теперь после гривы давай выбирать платье. Выбирать платье, все платья попробуем. Так. О, оранжевое. В горошек. Голубенькая. Смазанная. На кого она стала похожа? На повара? Да. Пони-повар. Да. В другую сторону. О, какие еще. А, такая. Моряк. Теперь она пони-моряк. Пони собралась на бал. Как эта юбочка. Да, давай. Совпало, да? Теперь давай. Ты вот эту розовую хочешь? Да. Угу. Теперь переключай к юбочкам. Давай юбочку ее поменяем. Щелкай. Угу. Если что, опять такую выберем. Хорошо. Потому что как раз красивее. Так тебе нравится, да? Угу. Ну давай. Промотай. О, голубенькая. Облачки. Облачная юбочка. Да, как футболка будет. Как футболка. Ты футболку сделала облачную? О, да. Круто. Давай так и ставим. Давай. Теперь нам надо... Вот это вот что такое? Да, это что такое? Платьишко. А, платье. Ну, давай посмотрим, что получится. О! То есть, то, что одежду мы, которую делали, она снялась, да? Ну ладно. О, какое красное, да? Красивое. Радужная. Я радужная пони. Теперь я свадебная пони. С
спортивная пони, радужная пони. Радуга Дэш. Радуга Дэш, ага. Так, это что такое? Это украшение. Да. Смотри, как красиво, да? О, радужные, ну-ка. Как раз подходит. Ух ты, радужное платьишко и радужное ожерелье. Давай мы это, ту парочку уберем, а то я это из этой не вижу. Давай, убирай. В другую сторону. Такой. Попробуй. О, видно теперь. Нет. О, радужное платье, радужная прическа, радужное ожерелье. Да. Теперь переключай к цветочкам. Давай все сделаем радужное. Ну-ка, разукрашивай. Нажимай. Еще раз. Вот. Это не радужное, это чтобы радужное. Давай ищем. Радужные пучки. Красиво, да? Давай это. Давай, а теперь глаза делаю пони. Да, радужные. Все радужные. Ну-ка, давай, что получится. Такая, ой, какая вкусная была колбаска. Нет. Да, а как? Назови. Сено. Какое вкусное было сено. Ням-ням-ням-ням. Теперь это. О, это нам подмигивает. Ребята, я вас вижу. А промотай, какие еще есть мордочки. Еще есть. А это вот та, которая была. Так. Это я утащила вашу колбасу из холодильника. Сено. Сено опять? Из холодильника? Да. Это я утащила ваше сено из холодильника. Я подавилась вашим сеном. Нет, она грустит. А, грустно? Все, я все съела, все кончилось. А это задумчивое, да? Так, где бы мне лечь поспать? Так хочется спать, вы себе не представляете. А посмотри, есть еще какие-нибудь там мордочки? Все, кончились, да? Какую-то выберешь тогда? Подмигивающая? Ну, лучше такую, да? Ага, которая облизывается, да? Да. Моя любимая. Слушай, а давай нажмем кнопочку «Шоу». Ну, так. Да? Посередине зелененькую вот эту нажми. Такую? Да. Ну-ка. А, это как она выглядит, да? А теперь вот это. О, смотри, она на зеленой полянке. А верхнюю? Она дома. Гулять пошла, да? Отдыхать. Бегать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да. Давай это оставим, а давай нажмем. Вот, реплей щелкай. И снова play. Play. Ага, делай новую пони. А потом мы такую верхнюю. Верхний, это значит сбросить все настройки. Все, что ты сделаешь, сбросить. Ее не надо нажимать. Давай быстренько делай еще кому-нибудь пони. Прям раз, два, три, четыре, пять. О, красивее прическа вот какая. Какая? Вот такая. Панк. Давай теперь быстренько платье. Одежду. Это прическа? Да. Давай. Хиппи получается какая-то. Морская. Теперь юбочку. А найди такую же юбочку. Конечно. Как платье. Промотай. Вот. Давай какое я. Ну давай.
Примерим. Такое теперь украшение. Украшение? Да. С сердечками, да, бубенчик? И теперь украшение на ноги. Да. Знак сделаем, да? С шариками, прикольно, вообще хиповая девочка получилась. Да? Ну и теперь лицо. Вообще радужные. Давайте я лицо и сделаю. Давай еще другое что-то будет. Какое вкусное было мороженое. Я бы еще съела. Аришка, ты купишь мне еще мороженого? Куплю. Ура! Радостно, теперь щелкай шоу. А мы же это. А еще лица хочешь посмотреть? Ты будешь говорить что-то. Не знаю, что сказать. Что бы ты сказала? Я съела ваши все витаминки. Витаминки съела. Ты слишком много съела витаминок. Теперь у меня болит живот. Я хочу в туалет. Все, я грустно. А тебе щелкай шоу. Шоу? Я отправляю ее гулять. Она дома. И пошла гулять. Все, остановись. Давай отпускай мышку. Отпускай мышку. Ты нарядила сегодня пони? Да. Скажи ребятам. Пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока. А если вам понравилось видео, ставьте огромные лайки. Пока-пока. Пока.